Цветы, подарки, теплые поздравления принимала 15 июня ветеран Заинской ЦРБ Мария Новокупова. Глава Заинского муниципального района Разиф Каримов передал поздравительные телеграммы от президента России Владимира Путина и раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова. Мария Новокупова проработала в медицине почти 40 лет. Имя известной заинской акушерки знают многие женщины нашего района. А Мария Новокупова до сих пор помнит трудовые будни. Запомнила одно дежурство, одну ночь. У меня было 8 родов. Поздравили ветераны и делегация от Заинской ЦРБ. Поздравляем вас со столетним юбилеем. Долгих лет вам жизни, крепкого здоровья, мудрого наставничества и всего самого-самого наилучшего. Моим визитом еще десяток, наверное, лет мне прибавить. Ну все рассчитываем на это, мама. По традиции свой концерт юбиляру подарили работники культуры. Не обошлось без знаменитой песни «Молодости» Марии Новокуповой «Катюши». Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Заинска.